издательство «Азбука», свято верит в популярность синглов на территории России, и поэтому выпустил данный комикс, сюжет которого разбросан аж на 3 номера. Цена за номер, как и всегда, в районе 120 рублей. История комикса познакомит читателя с мелким бандитом по прозвищу Спичка Мэллоу. Спичка, потому что по бандитской моде он не выпускает из рук коробка и постоянно держит спичку в уголке рта, доказывая этим окружающим, какой он крутой и взрывоопасный. Вот только, как нам очень быстро показывают авторы комикса, спичка совсем не тот, кого в нем видят завсегдатаи кабаков и представители криминального мира. Чем интересна игра с огнем? Прежде всего своим ретро-антуражем, множественными отсылками к гораздо более ранним временам. Автоматы Томпсона, броски и клетчатые костюмы преступников, и их тяга к шляпам заставляют вспомнить о временах сухого закона и становления таких мафиозных гигантов, как Аль Капоне. Правда, ввозят в Готэм эти банды уже не алкоголь, а штуки поубойней. Третий сингл серии появился совсем недавно, и если вы еще не читали ни одного номера, то теперь у вас есть возможность прочитать всю историю залпом. Однозначно рекомендую всем к прочтению.